Сегодня мы продолжаем разговор об исследовании единичных биологических молекул с помощью различных флуоресцентных методов. И мы с вами на прошлых лекциях обсудили, какие бывают флюорофоры, в чем преимущество флуоресцентных белков, квантовых точек и органических флуоресцентных красок. И отдельно разобрали, что бывают разнообразные флуоресцентные белки, в том числе те, которые могут изменять свои флуоресцентные свойства в ответ на освещение определенным светом той или иной длины волны. Это фотоактивируемые белки, которые в нормальном состоянии не флуоресцируют, а после облучения определенным светом приобретают флуоресцентные свойства. И флуоресцентные белки, которые меняют спектр флуоресценции в ответ на освещение определенным светом. Значит, сегодня мы начнем разбирать, как все это можно применить для изучения живых систем, клеток и так далее. И я буду рассказывать про методы, которые позволяют преодолеть дифракционный барьер оптической микроскопии и получить информацию о расположении молекул на нашем объекте с разрешением большим, чем те 200-250 нанометров, которые дает обычная оптическая микроскопия. За последние годы было разработано довольно много различных методов, которые позволяют это сделать, и все они объединяются под общей шапкой, которая называется микроскопия сверхразрешения, или, как вы видите на этом слайде, Super Resolution Microscopy. В 2014 году за разработку методов микроскопии сверхвысокого разрешения трем ученым Эрику Бетцегу, Стефану Хеллу и Вильяму Мернеру была присуждена Нобелевская премия. И это неспроста, потому что действительно ряд методов, которые они разработали, позволил сделать качественный скачок в том, что мы можем увидеть в живой клетке или в фиксированном биологическом препарате. И первый метод, о котором я буду рассказывать, называется сокращенно по-английски SIM, от Structured Illumination Microscopy, или микроскопия структурированного освещения. Значит, в чем здесь суть? Если вы помните, в обычном случае разрешение светового микроскопа ограничено в том числе числовой апертурой объектива. Тут я, наверное, вынужден встать порисовать. Значит, что имеется в виду? Вот у нас есть наш препарат, на нем какой-то точный источник света. И разрешение, с которым мы можем отличить положение одного точного источника света от другого, в том числе определяется тем, какая часть света попадает к нам в объектив. И чем больше эта часть света, тем лучше будет оптическое разрешение. В этом есть глубокий философский смысл, потому что, если вы помните разговоры про отношение сигнал-шум, информация, которую мы получаем от объекта, пропорциональна количеству фотонов, которые мы от него собираем. Поэтому, если мы сменим объектив на другой с большей числовой апертурой, который может собрать большее количество света, то мы увеличим разрешение. Но, к сожалению, до бесконечности мы этого делать не можем, потому что невозможно изготовить объективы с числовой апертурой больше примерно полутора. И дальше, когда мы достигли предела по, так сказать, качеству объектива, мы двинуться не можем. И именно этим и обуславливается дифракционный предел в 200-250 нанометров для видимого света. Однако что придумали хитрые ученые? Они придумали следующее. Они сказали, а давайте мы перед образцом поместим
некую известную нам дифракционную решетку, которая известным нам образом исказит прохождение света. И таким образом, ну, если рисовать упрощенно, все это немножко и искажает свое направление, и тот свет, который раньше попадал в объектив, попадает туда теперь только примерно наполовину. То есть вот эта часть попадает, а эта часть отклоняется дифракционной решеткой мимо. Но зато та часть, которая раньше в объектив не попадала, теперь в силу того, что вся картинка у нас наклонилась, она в объектив начинает попадать. Ну, на этом слайде, собственно, показано то же самое примерно, что я рассказал. Единственное, что осталось добавить, что одна такая решетка отклоняет свет в одну сторону, а чтобы собрать информацию по всей двухмерной плоскости, эта решетка, ну, либо используется несколько решеток, либо эта решетка поворачивается и снимается обычно 9 изображений, каждое из которых искажено определенным образом, так что часть света, которая обычно попадала в объектив, в него не попадает, зато другая, которая обычно не попадала, собирается объективом. И таким образом получается, что сняв 9 изображений с разным положением этой самой дифракционной решетки, мы собираем конус света, который гораздо больше, чем тот, который попадал в объектив при обычной световой микроскопии. То есть получается такое виртуальное расширение числовой апертуры объектива почти в 2 раза. И, естественно, это позволяет улучшить разрешение тоже примерно в те же 2 раза. Значит, этот принцип сейчас реализован в нескольких коммерчески доступных микроскопах, но одним из первых, кто сделал коммерческую установку, которая позволяет пользоваться этим методом, была фирма Nikon. И не без гордости могу сказать, что у нас в институте такой микроскоп стоит, и на нем ведутся исследования, которые позволяют получать изображение гораздо более высокого разрешения. Значит, что значит гораздо более высокого? Это примерно в 2 раза лучшего. То есть от изображения с разрешением в примерно 250-300 нанометров мы переходим к изображению с разрешением до 100 нанометров. Как вы видите на этой картинке, здесь двухцветное изображение в 2 каналах. Это обычная конфокальная микроскопия, это СИМ-преобразование. Видно, что детализация изображения стала гораздо выше, и мы можем различать больше структурных деталей, чем при обычной микроскопии. Ну, плюсы этого метода, я полагаю, очевидны. Ничего не дается бесплатно, соответственно, есть минусы. Первый очевидный минус — это то, что для того, чтобы воспользоваться этим методом, вам нужно купить дорогой специальный микроскоп, который стоит очень больших денег, и далеко не каждый институт и даже университет может себе такую покупку позволить. Но даже если у вас есть такой микроскоп, все равно есть еще дополнительное ограничение. Это ограничение по времени. Потому что если в случае обычной флуоресцентной микроскопии вам достаточно сделать 1 кадр изображения, то здесь вам нужно делать 9 кадров с разным положением дифракционной решетки. И из-за этого время получения изображения увеличивается в 9 раз. Это означает, что если исследователь хочет смотреть за какими-то относительно быстрыми динамическими процессами в живой клетке, то скорости предельные, которые он может изучать при методе структурированного освещения, падают в 9 раз. То есть здесь мы можем смотреть за процессами примерно на порядок более быстрыми, чем здесь. А вообще, конечно, идеально этот метод работает на фиксированных препаратах, где ничего не движется и все фиксировано. Но, тем не менее, он годится и для наблюдений инвиво.
Следующий шаг, наверное, важнейший из того, что я буду рассказывать сегодня. На самом деле, забегая вперед, мы уже немножко говорили о исследованиях, сделанных с помощью этого метода. Метод этот изначально назывался Фиона. Фиона — это сокращение от Fluorescence Imaging with 1 nanometer accuracy. Получение флуоресцентных изображений с точностью до 1 нанометра. Значит, в чем заключается принцип этого метода, который затем был использован в очень многих других приложениях, позволивших увеличить оптическое разрешение в видимом свете до действительно единиц нанометра. Значит, если у нас есть точный источник света, то, как мы помним, световой микроскоп, он выглядит как пятно, но в данном случае это изображение с CCD-камеры. У этого пятна есть центр интенсивности, и его размер определяется числовой апертурой объектива длиной волны, ну и, в общем, составляет в данном случае где-то, как вы видите, примерно 200 нанометров. Соответственно, если там два точных источника, расположенных ближе, чем, скажем, 200 нанометров, то мы не можем это определить, мы по-прежнему будем видеть одно большое пятно. Но если мы наблюдаем за этим пятном достаточно долго, то мы отметим, что функция интенсивности света будет иметь форму Гаусса. И если мы достаточно точно и с помощью большого количества фотонов соберем информацию о распределении интенсивности этого пятна, то мы можем построить эту гауссову функцию с достаточно высокой точностью и, опять-таки, с достаточно высокой точностью определить пик интенсивности. И, как вы понимаете, пик интенсивности будет соответствовать положению точечного источника света в этом пятне. Значит, единственное, что нам дальше нужно для того, чтобы различить два точечных источника света на небольшом расстоянии, нам нужно быть уверенными, что каждый раз, когда мы видим пятно, это пятно вызвано свечением одной молекулы, одного точечного источника, а не двух, расположенных рядом. Затем, если мы уверены в том, что наш препарат представляет из себя одиночные молекулы, то даже если они расположены друг от друга на расстоянии меньшем, чем предел оптического разрешения, меньше, чем 200 нанометров, мы с помощью метода Фиона можем, определяя положение максимумов интенсивности этого света, определить положение наших молекул на плоскости. Пример использования этого метода, о котором мы уже с вами говорили один раз, поэтому я пройдусь по нему достаточно быстро. Это транспортный белок миозин, который осуществляет перемещение грузов по актиновым филаментам от минус к плюс к концу. Функционален в виде димера, у него две, так сказать, ноги, которыми он цепляется за актиновый филамент, и домен, к которому прикрепляется полезный груз. Ну и, как я надеюсь, вы помните из предыдущих лекций, был научный вопрос, как эта молекула движется, шагая через ногу или двигаясь как гусеница, подтягивая одну ногу к другой. Выяснилось, что правильная модель шагающая. И выяснилась она благодаря тому, что эти шаги молекулы миозина делает достаточно медленно. Значит, мы здесь видим на этом графике, где по оси X время, а по оси Y позиция флуоресцентной метки на молекуле миозина, мы видим, что в каждом положении молекула миозина пребывает несколько секунд. А как вы помните, несколько секунд — это время вполне достаточно для того, чтобы собрать с единичного флюорофора большое количество фотонов и достаточно точно воспроизвести
вот эту функцию определить местоположение ее максимума. А благодаря этому здесь мы прекрасно разрешаем расстояние в десятки нанометров вплоть до 25. И опять-таки видно, что в принципе разрешение этого метода даже выше. И если бы молекула миозина совершала движения более коротенькие, ну вот здесь, например, виден странный аномальный шаг в 15 нанометров, который тоже мы можем достаточно точно охарактеризовать количественно, то это позволяет нам наблюдать за единичными молекулами с очень и очень высоким разрешением. Но опять-таки высокое разрешение получается за счет достаточно неторопливых по времени измерений, то есть нам желательно, чтобы в каждом положении молекула находилась достаточно продолжительное время. Следующий метод, о котором я буду рассказывать, произвел некий, наверное, можно сказать, фурор в клеточной биологии и микроскопии. Он получил название на английском языке STORM от сокращения от Stochastic Optical Reconstruction Microscopy. Стохастическая микроскопия стохастической оптической реконструкции. Значит, что это за странное название? Стохастически это значит случайный, возникающий то здесь, то там, непредсказуемо. И дальше у нас есть некий случайный процесс, из которого мы совершаем некую оптическую реконструкцию для того, чтобы получить изображение. Значит, о чем идет речь? Для того, чтобы рассказать, о чем идет речь, надо начать немножко издалека. Начать с того, что в лаборатории уже мельком известного нам американского ученого китайского происхождения Ксяовэя Джуанга были разработаны специальные флуоресцентные зонды. Эти флуоресцентные зонды состояли из двух молекул флюорофоров, обладающих определенными свойствами. Значит, что это были за свойства? Сейчас я это сам Ксяовэй Джуанг и всякие разные его координаты. Он сделал очень много для разработки и применения методов исследования единичных молекул с помощью флюорофоров. Действительно очень сильно продвинул свою область в этом месте. Значит, началось все с работы, опубликованной в журнале Physical Reviews Letters в 2005 году, где в лаборатории Джуанга было сделано открытие следующего содержания. Значит, если у нас есть флюорофор, например, Си-5, который возбуждается красным светом и флуоресцирует в дальнекрасном свете, то оказалось, что если на этот флюорофор посветить красным светом, то он гаснет. А если на него посветить еще раз потом зеленым светом, то он вновь приобретает флуоресцентные свойства. Но процесс довольно нестабильный и медленный. Однако его можно резко стабилизировать и увеличить его интенсивность, если рядом с краской Си-5 будет находиться флюорофор, сдвинутый в более коротковолновую область, например, Си-3. И вот такая пара красок Си-3 и Си-5, находясь на очень близком расстоянии, способна работать как светозависимый переключатель, который в ответ на облучение красным светом гасит флуоресценцию Си-5 и переводит его в неактивное состояние, неспособное флуоресцировать, а в ответ на облучение зеленым светом включает флюорофор Си-5, и он опять приобретает флуоресцентные свойства. Значит, это позволяет сделать флуоресцентную метку, которую мы можем по желанию включать и выключать, давая вспышку красного или зеленого света. И делать это можно, в общем, много раз. Значит, зачем это нужно и как это нас приближает к тому, что мы можем получить
микроскопическое изображение сверхвысокого разрешения. Секрет следующий. Значит, представим себе, что у нас есть близко расположенные друг к другу флуоресцентные метки, такие вот двойные, которые мы можем включать и выключать. Значит, какой алгоритм получения изображения? Сначала дается сильная красная вспышка лазера, которая, как мы видим, гасит флуоресценцию краски Си-5. И все флуоресцентные зонды переходят в состояние, где Си-5 неактивно. То есть это черный препарат, как мы не хотели бы, он флуоресцировать не будет. А затем дается очень слабая, короткая вспышка зеленого света, который, как мы помним, должен активировать Си-5 и привести его опять в активное флуоресцентное состояние, которое мы можем увидеть в микроскопе. Но из-за того, что вспышка зеленого света очень и очень низкой интенсивности, вероятность того, что квант зеленого света попадет в молекулу флуоресцентной краски, достаточно маленький. И поэтому активируются не все молекулы препарата, а только небольшая их часть. Ну вот в данном примере 1/6. На самом деле обычно даже меньше. А затем мы получаем флуоресцентное изображение, где светится только одна из многих присутствующих в препарате молекул. После чего дается опять вспышка красного света, и этот флюорофор гасится. Потом опять дается слабая вспышка активирующего света, и случайным образом она активирует какую-нибудь другую молекулу флюорофора. И так до тех пор, пока мы не получим изображение из всех-всех молекул, присутствующих в данном поле. Значит, что это позволяет сделать? Это позволяет получить информацию о положении максимума функции светимости от координат x, y. И затем, просуммировав много таких вот отдельных полученных изображений, на каждом из которых флуоресценция обладает только небольшая часть молекул, можно реконструировать их положение и тем самым определить их локализацию с очень высокой точностью. Ну вот здесь в работе, которая, собственно, презентировала метод, использовался молекула ДНК, меченная красками Си-3 и Си-5 двумя парами на расстоянии в 46 нанометров. И, как вы видите, метод дал достаточно точную локализацию этой молекулы. Значит, крестиками здесь каждый раз помечено положение максимума гауссовой функции, которая описывала свечение одиночного пятна. И таким образом можно получать микроскопические изображения очень высокого разрешения. Значит, следующий шаг, который надо тоже разобрать, это что происходит, если у нас в препарате единичные молекулы флуорофоров находятся достаточно близко друг к другу, так что в случае обычной флуоресцентной микроскопии они порождают одно флуоресцентное пятно, и мы не можем различить ни сколько там молекул, ни на каком расстоянии друг от друга они находятся. Значит, в этой ситуации методика STORM приводит к тому, что каждый раз активируется лишь небольшая фракция этих близко расположенных молекул, тем самым мы как бы делаем виртуальное разбавление. То есть мы добиваемся того, что несмотря на то, что в препарате у нас много флуоресцентных меток, расположенных близко друг от друга, на каждом отдельном кадре у нас активной флуоресценции обладает только небольшое количество молекул, и благодаря этому, так как они активируются случайно, то в среднем расстояние между ними достаточно большое и превышает предел оптического разрешения обычного светового микроскопа. Ну, вот здесь на картинке это проиллюстрировано, значит, вот
4 молекулы рядом, дают нам одну большую общую размазанную картинку. Однако, если мы активируем каждый раз лишь часть из них, то каждая отдельная молекула дает четкий гауссов пик, положение которого мы можем определить по пятну максимума интенсивности. А затем молекулы гасятся и снова активируются, но на этот раз уже другие случайным образом. И в конце концов мы можем, совмещая данные из разных кадров, реконструировать полное изображение, где позиция каждой отдельной молекулы определена с высокой точностью. На реальных препаратах для того, чтобы получить такого сорта изображение, на самом деле требуется очень большое количество повторения вот этих циклов. То есть для того, чтобы добиться, чтобы молекулы случайным стохастическим образом каждый раз возбуждались так, что возбужденные молекулы были далеко друг от друга, нам при хорошо помеченном флюорофором препарате надо, грубо говоря, чтобы светилось меньше 1% флуоресцентных красок. Это означает, что для того, чтобы увидеть все их, нам нужно провести таких циклов несколько сотен, а лучше даже тысяч, для того, чтобы убедиться в том, что каждый раз, случайно возбуждая одну молекулу из 100, повторив это возбуждение много-много раз, мы добились бы того, что все молекулы хотя бы раз, а лучше несколько раз, были возбуждены, и их положение было с высокой точностью зарегистрировано. И метод этот оказался очень продуктивен. Были также сделаны, я чуть позже покажу, специальные микроскопы, позволяющие с ним работать, и была разработана не очень широкая, но все-таки разнообразная палитра красок, таких вот двойных, которые позволяли избирательно включать и выключать флуоресценцию более длинноволнового флюорофора. Ну вот здесь три таких коммерчески доступных пары указаны: Alexa 405, Alexa 467, Sai 2 467 Alexa и Sai 3 467 Alexa. Спектры также представлены этих трех молекул. Значит, я подчеркну, что вот этот вот удивительный открытый Джуангом эффект того, что близость другого флюорофора изменяет свойства Sai5, она странным образом не имеет отношения к резонансному переносу энергии. Это странное отдельное физическое явление, в суть которого мы проникать с вами не будем, потому что она сложна и биологам дается с трудом, ну, в том числе и мне. Поэтому нам придется принять на веру, что вот такие пары красок могут работать как включаемый-выключаемый флюорофор. Еще раз тот же самый принцип. Черное инактивированное поле, слабая вспышка активирует случайным образом какие-то отдельные молекулы, затем флуоресценция снимается в сильном возбуждающем свету, после чего дается гасящий импульс, и все молекулы опять гаснут, и цикл повторяется больше 1000 раз. Что это позволяет нам сделать? Это позволяет нам получить изображение гораздо более высокого разрешения. Под гораздо более высоким я подразумеваю до реально 10 нанометров в плоскости XY. И где-то до, наверное, 20-30 нанометров, 50-60 нанометров по оси Z. Значит, вот чуть более поздняя статья в Science 2008 года, опять-таки из группы Ксяоэ Джуанга, где на одном препарате он демонстрирует разрешение 20-30 нанометров в плоскости XY и 50-60 нанометров по оси Z. Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Значит, вот один и тот же препарат
изображение снято обычным конфокальным микроскопом. Белая шкала 5 микрон. И тот же самый препарат, снятый с помощью методики STORM. Видно, что разрешение в данном случае филаментов возрастает очень сильно. И если брать какие-то отдельные участки этого изображения, то видно, что в данном случае белая шкала — это 200 нанометров. Филаменты четко различимы, и оптическое разрешение заметно меньше 200 нанометров. Ну вот где-то в данном случае 100. Значит, какие опять-таки минусы есть у этого метода? Примерно те же самые, что и у метода SIM. А именно, во-первых, нужен дорогой специальный микроскоп, но к тому же еще нужны специальные флюорофорные краски вот этого вот вида, изобретенные Джуангом, где два флюорофора сцеплены вместе на очень маленьком расстоянии. А что еще? Это метод еще более неторопливый, чем метод SIM. Как вы помните, здесь нужно собирать тысячи кадров, и это, естественно, очень сильно замедляет весь процесс. То есть снятие одной такой красивой картинки занимает десятки минут. И, в общем-то, это практически исключает применение данного метода для наблюдения за какими-то динамическими процессами в живой клетке. Но, тем не менее, если чего-то очень хочется, нельзя, то все равно можно. Поэтому, тем не менее, были успешные попытки применения метода STORM для наблюдения за какими-то процессами в живой клетке. Значит, в данном случае это работа 2011 года, Nature Methods. Это меченые гистоны H2B в клетках линии COS-7, покрашенные довольно любопытным специальным образом. Это пара флюорофоров, пригодная для применения метода STORM, соединенная с теговым белком SNAP. Значит, про методику тегов я буду рассказывать чуть позже, когда буду говорить про изучение единичных молекул в живых клетках. Пока я лишь скажу, что это некий тег, привязанный к флуоресцентной краске, который, если ввести в клетку, может специфически ковалентно присоединиться к белку, который мы ввели с помощью генно-инженерных методов, кусок, который умеет связываться с этим самым SNAP-тегом. То есть это некий способ, с одной стороны, с помощью генной инженерии ввести нужный кусочек белка для той биомолекулы, на которую мы хотим посмотреть, а с другой стороны ввести в клетку флюорофор с SNAP-тегом, который с этим белком затем ковалентно избирательно соединится. Ну и вот как эта клетка выглядит в обычном флуоресцентном микроскопе. А затем ее начинают подвергать вот этой вот процедуре STORM. Флуоресценция флюорофоров гасится, затем дается слабый лазерный импульс. И, как вы видите, вместо яркого размазанного изображения мы видим точки, соответствующие единичным молекулам флюорофоров, которые в этой клетке есть. И затем, повторив вот это измерение 10 тысяч раз, мы получаем, собственно, распределение молекул гистона H2B в ядре с очень высокой пространственной точностью. Значит, вот тут палочка — это 1 микрон. Нет, палочка 5 микрон, извините. Так, хорошо. Значит, флуоресцентные микроскопы, которые могут позволять использовать метод STORM
доступные, их можно купить, они стоят тоже очень дорого, но тем не менее, опять-таки, вот в Московском университете такой микроскоп есть фирмы Nikon. Технические характеристики: разрешение по оси XY до 20 нанометров, по оси Z до 50 нанометров. Время, требуемое для получения одного изображения, 10 минут или больше. Значит, вот это, повторюсь, основной минус данного метода. Ну, это, собственно, режим снятия изображений. Можно смотреть два цвета одновременно, если использовать две разных пары вот этих вот специальных красителей для Storm. И, ну, наверное, это более-менее и все, чего нужно понимать про этот метод. Хорошо, значит, да, второй, третий, четвертый важный минус. Если мы хотим что-то посмотреть в живой клетке, то нам нужно очень сильно постараться, чтобы ввести в нее вот эти вот специальные низкомолекулярные метки флюорофоры, пригодные для включения-выключения с помощью метода Storm. Это тяжелая и не всегда решаемая технически проблема. И поэтому для того, чтобы как-то с ней разобраться, стали думать, нельзя ли применить для этого дела флуоресцентные белки. И, как я сказал в начале этой лекции, существуют флуоресцентные белки, у которых флуоресценция включается в ответ на облучение света. Или существуют белки, у которых флуоресценция изменяется в ответ на облучение света. И дальше возникла идея использовать такие белки для того, чтобы применить к ним вот этот принцип стохастического накопления, возбуждения и затем реконструкции изображение из отдельных кадров, полученных с единичных молекул. Но предполагалось использовать для этого не специальные включаемые и выключаемые краски, а флуоресцентные белки. Но флуоресцентные белки, которые являются фотоактивируемыми. Значит, и здесь принцип достаточно близок к тому, что мы видим с методом Storm. Колоссальным плюсом является то, что нам не нужно проводить процедуру меченья нашего препарата специальными флюорофорными красками. Мы можем просто взять с помощью методов генной инженерии экспрессировать в препарате флуоресцентный фотоактивируемый белок и затем работать уже с этой клеткой, не подвергая ее дальнейшему воздействию. Минус заключается в том, что, как вы видите на этом слайде, логика следующая. Значит, мы активируем наш препарат слабой вспышкой света, так что каждый раз активирующая вспышка лазера индуцирует флуоресценцию лишь в небольшой доле молекул флуоресцентного белка, которые есть в препарате. Затем, когда белок активировался, мы с помощью сильного возбуждающего света снимаем флуоресценцию и получаем опять-таки пятна, которые мы, обработав с помощью алгоритма поиска максимума интенсивности, можем использовать для локализации молекулы, которая, собственно, светилась. И здесь, в отличие от метода Storm, мы продолжаем возбуждение и продолжаем снимать флуоресценцию до тех пор, пока молекулы флуоресцентного белка не выгорят, не произойдет фотоинактивация, и они погаснут навсегда. Иными словами, мы с каждой молекулы снимаем только одно изображение один раз, в то время как в случае метода Storm у нас каждая молекула включается и выключается и может светиться много раз, поэтому мы, повторяя вот этот вот цикл возбуждения, гашения
тысячи раз, получаем повторные данные с большинства молекул, что, естественно, позволяет увеличить точность локализации. Одно дело, вы имеете одну попытку что-то измерить, другое дело, вы имеете возможность измерить что-то многократно. Значит, вот в методе Palm, к сожалению, многократной возможности что-то измерить нет. Фотоактивируемый флуоресцентный белок активируется один раз, и после этого он один раз, но относительно долго светится, и это единственный шанс получить вот это пятно и определить его положение центра. А затем оно гаснет навсегда, и мы уже не можем получить информацию о том, где этот белок находился. Он будет черным. Тем не менее, несмотря на то, что этот метод не дает возможности повторных возбуждения одной и той же молекулы, вот это вот подход определения положения максимума светимости, он все равно дает колоссальный выигрыш в разрешении. Значит, здесь с помощью метода Palm получено изображение. Это обычная флуоресцентная микроскопия. А это изображение с помощью метода Palm. Ну и видно, что разрешение возрастает колоссально. И если смотреть какие-то отдельные области, то мы можем видеть единичные молекулы флюорофоров. Значит, здесь бар — это 100 нанометров на каких-то филаментах. То есть, опять-таки, мы можем получить очень точную картинку на, в том числе, и живой клетке. В третий раз приходится повторять, но, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы это четко запомнилось. Точно так же, как и в методе Storm, в методе Palm мы получаем изображение очень долго, потому что нам нужно многократно повторять слабое возбуждение для того, чтобы отдельные единичные молекулы флуоресцентных белков были возбуждены. Мы сняли с них картинку, установили положение, погасили с помощью выжигания флюорофоров этих белков и затем повторили, каждый раз случайно получая отдельные светящиеся молекулы. Значит, здесь тоже требуется много циклов, поэтому время получения такого изображения — это десятки минут. И, естественно, в этой ситуации, если в клетке что-то происходит, и эти молекулы движутся, то процедура эта становится бессмысленной, потому что вы фиксируете картинки из разных состояний клетки. Поэтому либо надо следить за какими-то биологическими молекулами, про которые известно, что они относительно неподвижны и в течение минут не меняют своего положения в клетке, либо клетку надо фиксировать. И тогда уже спокойно ее рассматривать с разных сторон с уверенностью в том, что в ней не происходит никаких движений. Один из примеров применения метода Palm для решения какой-то биологической задачки. В данном случае это бактерии, E. coli, если я правильно помню. И идея исследования состояла в том, чтобы ответить на вопрос, организованы ли у бактерий комплексы дыхательной цепи и АТФ-синтаза в некие функциональные суперкомплексы, как это обстоит в митохондриях. Значит, в митохондриях млекопитающих многократными разнообразными исследованиями было показано, что комплексы дыхательной цепи и АТФ-синтаза организованы в достаточно сложные суперкомплексы и кластеры, которые, судя по всему, работают совместно, передавая в случае дыхательной цепи переносчики электронов с одной молекулы на другую, затем АТФ-синтазы также образуют некие кластеры,
которые в митохондриях необходимы для образования крист, то есть складок внутренней мембраны. Однако, что происходит в бактериях, было неизвестно. И для того, чтобы ответить на вопрос, образуют ли комплексы дыхательной цепи, ТФ-синтаза, какие-то кластеры в бактериях, довольно большой коллектив исследователей применил методику Palm, пометив с помощью генно-инженерных методов белки дыхательной цепи ТФ-синтазу с помощью флуоресцентно активируемых белков, в том числе и разных флуоресцентных белков, которые позволяли в одной клетке с помощью метода Palm получить информацию как о положении одного комплекса, так и о положении другого. Ну, достаточно непростая установка для этого была использована. Значит, мы видим образец, объектив, сложная достаточно система фильтров, которая затем разделяет изображение на канал зеленый, который отвечает, например, за GFP, и на канал красный, который отвечает за M-черри белок. И таким образом мы можем получить два изображения, одно в зеленом, одно в красном канале, и затем их сравнить. Ну и, собственно, вот пример результатов, которые были получены. Значит, мы видим масштаб 1 микрон, бактериальная клетка, и мы видим, что АТФ-синтаза локализована у нас некими пятнами, в то время как на дожде гидрогеназа тоже организованы пятнами, хотя и более размазанными, и эти пятна не совпадают по положению с позицией АТФ-синтазы. А те же самые эксперименты с помощью Palm были проведены и для других пар белков, в результате чего достаточно четко было установлено, что те пары комплексов, которые были исследованы, то есть на дожде гидрогеназа и цитохром BD1, цитохром BD1 АТФ-синтаза, на дожде гидрогеназа и суксинат дегидрогеназа, все они не показали никакой колокализации. То есть исследование выявило, что все эти четыре исследуемых комплекса присутствуют в мембране E. coli автономно и не собраны ни в какие функциональные суперкомплексы, которые могли бы каким-то образом функционировать вместе. Так, значит, какие еще у нас есть методы обмана пределов оптического разрешения светового микроскопа? Это метод STED. Значит, метод STED, STED microscopy по-английски, это сокращение от Stimulated Emission Depletion. А стимулированное подавление излучения. На чем основан принцип этого метода? Принцип этого метода основан на достаточно тоже удивительном явлении, которое состоит в том, что если у нас есть флюорофор, и мы с помощью возбуждающего света перевели его из состояния базового S0 в состояние возбужденное S1, когда он готов уже флюоресцировать, то если в этот момент мы облучим его светом длины волны, соответствующей длине волны флуоресценции, то есть, собственно, вот этому переходу обратному, немножко более длинноволновым светом, чем свет возбуждающий, то если в тот момент, когда молекула находится в возбужденном состоянии, она поглотит еще один квант света по длине волны, совпадающего с длиной волны излучения, то происходит гашение флуоресценции, и флюорофор теряет свои флуоресцентные свойства. И дальше хитрость, которая использовалась в методе STED, заключалась в том, что для
получения изображения использовалось два лазера. Первый лазер давал длину волны, соответствующую возбуждению флуоресценции, и вызывал переход флюорофоров в S1 состояние. А второй лазер, более длинноволновый, гасил избирательно молекулы и переводил их обратно в невозбужденное состояние. И при этом этот гасящий лазер имел, тут не нарисовано, да, имел форму кольца. Значит, есть технические способы получить лазерный луч, который в поперечном сечении представляет из себя не светящееся пятно, не гауссово распределение, а, грубо говоря, бублик. Значит, давайте я тоже порисую тогда чуть-чуть, чтобы пояснить, что я слайд не сделал. То есть у нас есть некий препарат, на нем сидят флуоресцентные молекулы на неком маленьком расстоянии. И дальше первое, что происходит, мы светим на них лазерным лучом, который их все возбуждает. А второе, что происходит, это поверх этого луча, после того, как вспышка закончилась, дается второй лазерный луч, более длинной длины волны, с меньшей энергией, соответствующей спусканию, который имеет профиль интенсивности поперечного сечения в виде бублика. То есть у него яркое световое кольцо, а в середине свет отсутствует. И тогда, если такая вспышка кольцевого лазера дана на тот же препарат, то везде, где попадает лазерный свет, происходит гашение флуоресценции. А там, где пришлась середина гасящего луча, в которой света нету, флюорофоры сохраняют свою светимость и продолжают давать нам некий сигнал. Значит, вот на слайде нарисована поясняющая диаграмма. Вот у нас возбуждение всего препарата, а затем дается гасящий импульс, который гасит, значит, вот красный пунктир, это интенсивность лазерного гасящего луча. Как видите, у нее есть в середине глубокая яма, и благодаря этому в середине флуоресценция не гасится, и мы получаем гораздо более острый пик флуоресценции, имеющий полуширину меньше, чем предполагается при обычном световом микроскопе. Значит, понятно, что это тоже очень сложная машина, которая требует, во-первых, двух лазеров, причем вот этот второй гасящий лазер еще должен быть достаточно большой мощности, заметно больше, чем обычные возбуждающие лазеры конфокального микроскопа, что дополнительно удорожает установку. Во-вторых, эти лазеры должны очень точно быть сюстированы друг с другом и попадать точно в одно и то же место. Это тоже отдельная проблема. Но, тем не менее, все эти технические проблемы были решены. И существуют коммерчески доступные микроскопы, которые можно просто закупить. Они также, конечно, очень недешево стоят, но, тем не менее, которые позволяют применять вот этот метод STED на биологических образцах. Значит, каков итоговый выигрыш в разрешении? STED позволяет достичь пространственного разрешения 50-70 нанометров. То есть он попадает где-то по своим, как бы, разрешающим характеристикам между методом STORM и методом SIM.
А какие очевидные преимущества мы видим у метода STED? Ну, первое — это быстрота. В отличие от SIM и STORM, метод STED не требует накопления изображений, не требует повторной регистрации. Соответственно, мы можем получать изображение с той же скоростью, с какой на обычном конфокальном микроскопе. Это позволяет следить за процессами, идущими относительно быстро. Ну, так, примерно в 10 раз быстрее, чем мы можем наблюдать в SIM, и в 1000 раз быстрее, чем мы можем наблюдать в STORM. А, во-вторых, метод не требует никаких специальных флуоресцентных красок. Он работает с любым флюорофором. Вы можете делать это с органической краской, можете делать это с флуоресцентным белком, пожалуйста. То есть вроде как достаточно мощное техническое средство. Но у него есть и минусы. Ну, первый минус тот же самый: вам нужен микроскоп, где есть такая техническая возможность, где стоят правильные лазеры, и все это стоит довольно дорого. Насколько я знаю, по крайней мере, по-моему, в Московском университете нет микроскопа, который позволяет делать STED-изображение, но я до конца не уверен. По крайней мере, я о таком не знаю. Второй минус заключается в том, что гасящая вспышка лазера, который подавляет флуоресценцию вокруг той точки, которую мы хотим увидеть, она очень большой мощности, поэтому она выжигает очень быстро препарат. Поэтому для того, чтобы смотреть что-нибудь методом STED, либо нужны очень устойчивые флюорофоры, либо мы можем смотреть препарат только очень короткое время, а затем он выгорает. То есть даже конфокальный микроскоп, в принципе, достаточно быстро выжигает флуоресцентный препарат. А STED делает это еще в разы быстрее. То есть у нас нет возможности наблюдать какие-то, наоборот, долгие процессы, многократно повторяя измерения на клетке. Но, тем не менее, это такой весьма мощный метод. Вот тут показано, опять-таки, сравнение обычной конфокальной микроскопии и STED-микроскопии, и видно, что разрешение, особенно в данном случае в красном канале, в разы выше. Мы видим четкую локализацию отдельных молекул, в то время как здесь мы такой роскошью не обладаем. Ну и подводя итоги этой части моей лекции, значит, что у нас на сегодняшний день имеется в арсенале методов сверхразрешения оптической микроскопии. Значит, тут такой схематичный слайд. Ось X, ось Y уходит вглубь от нас экрана, а ось Z, которая, собственно, оптическая ось микроскопа, здесь показана по вертикали. Конфокальный микроскоп, значит, вот бар — это 100 нанометров. Конфокальный микроскоп по оси XY имеет разрешение, предел которого определяется дифракцией, это 200-250 нанометров. По оси Z разрешение гораздо хуже, оно превышает 500 нанометров и больше. Можно проводить различные деконволюции конфокального изображения. Это позволяет сжать разрешение по оси Z и немножко улучшить по оси XY. Значит, здесь красное — это методы, которые лимитируются дифракцией света. А желтенькие — это те, которые по-прежнему лимитируются дифракцией света, но немножко позволяют преодолеть эту дифракцию. И зеленые — это методы, которые не ограничены дифракцией света и которые применяют какие-то разнообразные математические вычисления, как, например, метод Фиона, и тем самым позволяют получать информацию с точностью большей, чем прямая оптическая микроскопия.
И такие полосочки — это методы, которые требуют специальной обработки полученных изображений для того, чтобы затем из них извлечь нужную нам информацию. Значит, конфокальная обычная микроскопия, конфокальная деконволюция — это так называемый Эйрис-Кен, не буду про него рассказывать. Двухмерный СИМ, как видите, резко увеличивает, улучшается разрешение по оси XY. Трехмерный СИМ сильно лучше конфокального, но тем не менее, в общем, сравним. Эти два метода я не рассказывал, не буду про них говорить. Тут тоже я опущу. И, собственно, сверхразрешение — это STED с гасящим лазером, как видите, резкое увеличение, улучшение разрешения. Трехмерный STED, ISO-STED, Palm Storm, также вполне качественное улучшение. Ну и разные еще специфические методы, про которые я тоже рассказать не успел, вплоть до очень высоких разрешений. Здесь это совмещение, если я правильно помню, метода STED с методами деконволюции. Но пару слов скажу. Значит, этот самый метод MinFlux, уже нарисую, сильно упрощенно, просто чтобы был понятен принцип, потому что он здесь на этой картинке выглядит наиболее впечатляюще. Принцип заключается в том, что, опять-таки, если вы используете лазер, у которого интенсивность луча распределена с минимум посередине, то есть сечение его имеет форму бублика, то, давая короткие вспышки таким лазером, вы будете видеть, если ваш единичный флюорофор попал то место, где интенсивность света высока, но не будете видеть, если случайно флюорофор попал в центр этого самого бублика. И принцип метода MinFlux заключается в том, что происходит сканирование образца короткими вспышками вот такого бубликообразного лазера, и считываются отдельные молекулы, но информация, которая важна, это информация, когда молекула, которая до этого светилась, попав в центр этого бублика, не светится. То есть сравнивается, грубо говоря, приблизительное положение флюорофоров, попавших в возбуждающий свет, и точное положение флюорофоров, попавших в центр луча, который возбуждение не дает. Я начну следующую тему. Это применение методов исследования единичных молекул в живых клетках, ну и не только. Значит, существует сейчас огромное количество разнообразных флуоресцентных зондов, белковых, небелковых, квантовых точек, органических красок. Можно их вводить в клетку и получать различные удивительные красивые изображения, которые вот я тут привожу на этом слайде. Возникает вопрос, чем не хороши вот эти вот обычные методы флуоресцентной микроскопии или конфокальной флуоресцентной микроскопии. Зачем нам вообще нужно связываться с изучением единичных молекул в клетке, в живой? Ну, есть несколько на то причин. Во-первых, многие белки в клетке экспрессируются в очень маленьких количествах, и с помощью обычной микроскопии их просто не видно. Они присутствуют в клетках в количестве единиц, и поэтому единственный способ следить за их свойствами — это смотреть за единичными молекулами. Кроме того, довольно многие процессы внутри клетки стохастичны, то есть они происходят случайно, и для того, чтобы разобраться в
том, как эти процессы устроены, как они регулируются, требуется наблюдение за единичными биомолекулами. Третий момент — это поведение молекул зависит от окружения. Соответственно, наблюдая за единичными молекулами, можно получать информацию о их окружении с очень высокой пространственной точностью и тем самым как-то улучшать наше понимание того, чего происходит в живой клетке. Ну и опять-таки можно сравнивать механизм работы отдельных молекул, которые мы видим инвитро в экспериментах, в пробирке, и тогда мы можем попытаться увидеть его же в живой клетке и тем самым убедиться в том, что те выводы, которые мы делали из экспериментов с выделенной молекулой, они сохраняют свою актуальность и для живого объекта. Значит, я напомню, что арсенал флуоресцентных зондов у нас довольно большой. У нас есть флуоресцентные белки, у нас есть фотоактивируемые флуоресцентные белки, у нас есть разнообразные органические краски, у нас есть квантовые точки, но это не флуоресцентные зонды, это нанозолото, бусинки и, собственно, сами органеллы. У разных флуоресцентных зондов есть свои плюсы и минусы. И в случае, если мы хотим изучать живую клетку, то первый вопрос, на который нам надлежит найти ответ, это каким образом мы хотим, чтобы наша флуоресцентная метка попала в клетку раз и связалась специфично именно с той биологической молекулой, которую мы хотим изучать, два. Ну, глядя на эту таблицу, сразу очевидно, что флуоресцентные белки решают эту проблему легко и непринужденно, потому что мы с помощью методов генной инженерии можем сделать химерный белок, химерную биомолекулу, у которой та белковая часть, которая нам интересна, генетически соединена с молекулы флуоресцентного белка, и таким образом мы можем за ней наблюдать. И это не требует никаких дополнительных ухищрений, кроме как создания правильной генетической конструкции и трансформации клетки, которую мы хотим изучить. Однако же, как мы помним, флуоресцентные белки обладают некоторыми минусами. У них не очень устойчивая, не очень яркая флуоресценция, они мерцают. И поэтому иногда бывает необходимо воспользоваться флуоресцентной меткой в виде органической краски или квантовой точки. И тогда встает вопрос, каким образом мы можем ввести ее в клетку раз, и каким образом мы можем добиться того, чтобы наша флуоресцентная метка избирательно присоединилась именно к той биологической молекуле из миллионов биологических молекул, присутствующих в клетке. Значит, флуоресцентные зонды. Сравнение трех наиболее часто используемых схем мечения. Органические краски, квантовые точки, флуоресцентные белки. Значит, флуоресцентными белками генетические генная инженерия, а с квантовыми точками и органическими красками в первую очередь, наверное, следует рассказать о методе микроинъекций. Принцип метода микроинъекций крайне прост. Мы берем очень тоненькую иголку, протыкаем клетку и вводим в ней внутрь, ей внутрь те молекулы, которые мы хотим ей ввести. Значит, технически. Ну, во-первых, понятно, что это возможно только с эукариотическими клетками, потому что клетки бактерий слишком маленькие для этого. Нам нужно все-таки достаточно большую клетку, там, десятки микрон, для того, чтобы эту процедуру можно было технически сделать. Но с эукариотическими клетками это вполне возможно, и дальше клетка подсасывается на пипетку, которая ее держит, holding pipette, а микроманипулятор втыкает
в нужное место иглу под контролем исследователя, который смотрит на это все в микроскоп, и затем аппарат для микроинъекции вводит в клетку те вещества, которые мы хотим, чтобы внутри нее оказались. Ну вот в качестве такого иллюстративного примера, как это выглядит, значит, если я правильно помню, это что-то типа ооцита лягушки, но я точно не уверен, это, в общем, и не важно. Значит, вот у нас клетка до инъекции, вот пипетка зафиксировала клетку, чтобы она не дергалась, и вот игла, управляемая микроманипулятором, вводится в клетку. Значит, здесь эксперимент был построен следующим образом. Клетка была помещена в гиперосматическую среду и начала сжиматься, потому что из нее стала выходить вода наружу, туда, где было большее содержание, по-моему, сахара. А затем внутри клетки была сделана инъекция сахарозы высокой концентрации. Ну и чтобы было видно, еще кроме сахарозы в микроинъекторе находился флуоресцентный краситель, чтобы можно было наблюдать, как вводится из иглы раствор внутрь клетки. Ну и видно, что после введения сахарозы высокой концентрации клетка опять приобрела исходный размер, потому что осмотическое давление уравнялось, и она стала прекрасно себя чувствовать в среде с повышенной концентрацией осмотически активных веществ. Значит, какие у микроинъекций есть преимущества? Ну, на первый взгляд, по крайней мере, мне так казалось, когда я про это первый раз читал, что это какая-то довольно страшная инвазивная процедура, которая калечит клетку и наносит ей какие-то необратимые травмы. Оказалось, что ничего подобного, что микроинъекция — это на самом деле очень малоинвазивный метод. То есть, в общем-то, клетка не замечает того, что в нее воткнули толстенную иглу и что-то внутрь впрыснули. Кроме того, метод микроинъекции отличает высокую эффективность и количественную точность, благодаря тому, что микроинжектор может ввести строго определенный объем раствора, который в нем находится, мы можем точно дозировать количество вещества, которое попадает внутрь цитоплазмы клетки. Можно выбрать нужный момент. Мы можем, наблюдая в микроскоп, вкалывать в клетку на том или ином этапе ее клеточного цикла. Адресность. Мы можем, например, ввести краску в цитоплазму или в ядро. Измерение можно начинать через секунды после инъекции. Влияние на выживаемость микроинъекции практически отсутствует, то есть клетка его не замечает. Можем вводить фактически все, что угодно. Если оно растворяется в воде, то любое вещество, которое нам придет в голову, мы можем ввести внутрь клетки. Достаточно экономично. Как вы понимаете, в одну клетку вводится крайне невеликий объем. Поэтому даже если мы используем какие-то очень дорогие красители или антитела, то расход их все равно ничтожно мал. И можно одновременно внедрять разные вещества в заданных пропорциях, что тоже довольно-таки удобно. А какие есть минусы, темная сторона микроинъекции? Значит, во-первых, проблема размера выборки. Так как мы каждый раз ставим эксперимент над одной клеткой, эта система очень волатильная, очень гетерогенная. Каждая клетка имеет свои индивидуальные особенности. И поэтому для того, чтобы получить какие-то значимые статистические научные результаты, нам надо повторять эти эксперименты довольно много раз. То есть надо на многих клетках повторить микроинъекции и наблюдать, что происходит. А второй момент — это то, что для осуществления микроинъекции нужно специальное оборудование. Микроманипулятор, микроинъектор, микроскоп и так далее. И даже имея это самое специальное оборудование, следует признать, что далеко не каждый человек может, сходу сев за микроманипулятор и микроинъектор, провести успешную микроинъекцию. Она требует высокой точности, мягкости движений и
опыт показывает, что для освоения этой методики требуется довольно длительное время. То, что называется, для того, чтобы набить руку и не рвать клетку на части, а успешно делать эти микроинъекции. Значит, ну вот как выглядит установка для микроинъекций. Как вы видите, довольно большой агрегат. Он требует стабилизированного оптического стола для того, чтобы не было вибраций, и достаточно точный контроль микроманипулятора и микроинъектора. То есть это не то, чтобы вещь, которую можно сходу делать, имея просто один только микроскоп. Значит, дальше, хорошо, предположим, у нас есть установка для микроинъекций, и мы готовы вводить в клетку низкомолекулярные флюорофоры. Следующая проблема — это проблема специфичности связывания нашей флуоресцентной метки именно с той молекулой, которую мы хотим в клетке увидеть. Ну и вот этот слайд иллюстрирует варианты подобного подхода. Значит, у нас может быть белковый тег и метка с лигандом. Это, кстати, довольно часто используемый метод, я про него чуть позже скажу. Может быть белок-пептидное взаимодействие, может быть дипептидное взаимодействие. Редкий довольно случай, когда наш белок помечен таким тагом, который непосредственно может высокоспецифично связать саму флуоресцентную молекулу напрямую или, например, через ион металла, как на этой картинке. Ну и последнее — это, например, присутствие в биомолекуле, которую мы хотим изучать, специального тега, и связывание флуоресцентной метки с субстратом и введение или присутствие в клетке фермента, который катализирует реакцию ковалентного присоединения этой самой метки, которая присутствует на флуоресцентном теге, с нашим целевым пептидом.